А вот этого щенка от гибели уберегло настоящее чудо. Он едва не оказался под колесами автомобиля. Пес спокойно так себе бежал по грунтовой дороге, которая на несколько дней стала гоночной трассой. Но трудно сказать, кто испугался здесь больше, гонщик или удачливый пес. Главное, обошлось без жертв. Эта история произошла в Бали. Там проводится международное ралли «Кадасур». В нем принимают участие гонщики из стран Южной Америки.